О, знакомая худи. На твой телефон пришло новое сообщение. Посмотри, вдруг там что-то важное. Ебать, я чуть не лопнул, нахуй. Какой-то скип. Что они строили вопрос? Ящики? Блять, он выгнал его. А, скворечник. А вот как говорил Александр Симбулов, жиши пиши через и, поэтому не жожо, а жижи, блядь. Или жижа, блядь. Бля, надо пересмотреть фулл стрим, походу, в караоке. Бля, я её боюсь. Ртта, Майнкрафт. Папет. Не понял. А мне? Дай. Бенгер. Да, конец саги. Биг фэкс. Говорит, я тут рядом. Спасибо с Вавилоном большое, живу, блядь, в отеле. А я в этом же районе живу, и у нас отели тут нет. У нас тут отелей нет вообще, блядь. Что-то мы придумали, блядь, всё. Я покраснела. Конечно, в отеле Вавилон называется. Что-то у него не гармошка. Она бы, наверное, хотела, чтобы эти губочки чисто вот так. Блять, я опять это вслух сказал. Это опять. Что вы хотели? Здравствуйте. Центр диагностики города Москвы. Идите-ка вы нахуй, я вообще в Питере живу уже давно. Что это за звонки, блять? Эй, йоу, молодой. Бля, всех заебывают вот эти звонки, типа якобы, блять, скам. Скам-звонки, типа там, ой, мы сотрудники Сбербанка, блядь, а, скажите, там какие-то у вас странные операции, странная активность вашей карты, да, вообще у всех, блядь, ну у всех, кто, наверное, с России просто, какой-то питбуль, блядь, слил всю базу, наверное, тех, кто с Сбери зареган или еще где-то, и, сука, звонят просто несколько раз в месяц, блядь. А можете, пожалуйста, сказать, какие были последние операции совершены с вашей карты, чтобы проверить, это вы совершали или мошенники? А ты, короче, они такие наглые, ты сбрасываешь, говоришь, типа, блядь, нет, все с моей карты норм, они тебе перезванивают. Так, мошенники вообще-то там на вашей карте, ты сбрасываешь, они опять перезванивают, ты их блокируешь, они с нового номера, они прям пушат, они такие наглые, они начинают огрызаться, типа, голос повышать, типа, Ивлева Юлия, вообще-то, продиктуйте нам свои данные, типа, того плана, я говорю, такое было два раза уже, такие там твари сидят, я вообще не понимаю. Ну, типа, они просто понимают то, что, блядь, им их что ли никак не достать, типа, что их, блядь, в жизни никто никогда за хвост не возьмет или что? На что они надеются? Облетаю жопа, как Мишель, иди нахуй! Каждый день на свой шлюх я президент, моя мама научила, я считаю, каждый день, это моя хас. Ты не сразу, если они из тюрьмы звонят? Пока я в эскласе! Какой тюрьмы? Пикай счетчики, мама на кассе. Жирная жопа, я мама на массе. Моя моторола, все связи на связи. Да мама на тусе, да мама на базе. Ты спросишь, как делать став, чтоб текла твоя пусть. Я скажу так, ты мудак, мой манекен всегда в курсе. Сука, в ротик засуну так. Вот так почищу и засуну. Хочешь, я тебе в ротик засуну? Вадим! Все, пиздец, я вообще его к нему больше не подойду. Пизду, блять. Нет, все вы понимали, я уже на этой лестнице падала раз в 5 лет. Какая-то стрёмная лестница. Типа ты идешь, ну у тебя нога, блядь, как-то не так повернется, все, ты нахуй кувырком, блядь, падаешь. Меня Вадим раза два тоже ловил снизу там. Он сталкивал наоборот. Он, кстати, любит покувыркаться на этой кровати. Ой, упс.
эту лестницу. На эту лестницу он так оп. Да. Оговорочка произошла. Не буду тебя знать. Он любит поковыркаться на этой лестнице, и финал. А ты меня. И мы друг друга. Под ногами лёд, и в сердце лёд, в стакане лёд. Расскажи, я не танцовать. Помню, кто я. Душит мороз, я такой холод, я такой холод. Я читаю по губам. Жижа. Может быть, все спиздить? Жижа, нет, блин, жижа. Чей стрим? Там какие-то маски. А это опять генсуха? Пиздец. Бля, она себе в трусы маски засунула. Ой, 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 ой. Сука, ладно. Бля, ой, кто-то... ой, 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 кто-то... ой, ой, бля. Сука. Ну, блядь, у нас пол... чистый пиздец. Бля, сначала потерла. Потом на пол, блять, а потом кто-то наденет. Помогите. Ага. Чьи-то маски? Бежит, 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 бежит. Армеец бежит на второй КПП. Аккуратнее, спрячьтесь, если развернется, видно будет. Ох, долбоёб. Какой он хуй. Бля, ГГ. Подтолкните еще! Ой, это мне было... нужно обследовать балки! Уже близок. Тихо. Давай. Аккуратно. Ну же! Ну же! Это что? Всё, держите! О-о-о! Отлично! Ниже! 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 Ай, блядь! Что за игра? Это ну, даже онлайн? Я думал, это Red Dead Redemption, а там же... Это что? Пошел, пошел. Блядь, знаете видосы, где типа тип едет на машине, а за ним его собака бежит? Там хаски или гончая, просто обычная. Чё, есть мне такие кажется, видосы? Что-то такое похожее, понял? Сам ты пёс, блядь, слышишь? Ебать. Мальчишки... Это Калин? Не сходят от меня с ума. Я им как младшая сестра. Я им как младшая сестра. Заварю всем чай и уложу всех спать. Но почему же ты выбираешь их? Кукол без души, что не хотят любви. Но когда внутри... Что, вам не нравится Амина? Или вы по фану хейтите? Ты снова позвонишь, снова мне звонишь. Хотя нет, подождите, другому просто. Вам не нравится Амина или не нравится эта песня? Ну, как она поет. Что, одно из двух, просто такой какой-то тотальный хейт пошел. Совсем забыл. Тебе спасибо за игру. Спасибо, спасибо, Марк. Все норм. Песня. Песня, как поет, песня. Все. А то, блин, знаете, бывает как-то какой-то хейт не направлен. Не, мне. Амина нравится. Почему мне. Же ты выбираешь их? Кукол без души, что не хотят любви. Но когда внутри сердечко заболит, бля, Илюха. Ты снова позвонишь, снова мне звонишь. Заходи. Давай, Вадя, блядь, спецотряд полетел. Пошел, охотник, блядь. Ай, крыса, сука, в спину, блядь. А пацаны со спины никогда не бьют, блядь. Первый воздух, чтоб я развернулся, а там уже дуэль, блядь. Что это за игра, блядь? Где понятия у них пацанские, блядь? Кого это, блядь? Пиздец. Двое, двое. Ну это че за хуйня? Ой. Ой. Он прострелом через феню убил. По-моему, там кикапы повылетали. Ебать, у него рабочий стол. Самая... Иди с КЦ, перегонишь. О, Наташа. Я из-за шаринган, как видачи, я танцую миллирок на твоей тачке. Сука, он бы забрал свою тачку на тачку. Она знает, кто платит, она знает. Она знает эти суки. Суки меня прут, 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 прут. Они думали, я глуп, 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 глуп. Залетаю к тебе в клуб, 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 клуб. На мне самый свежий лук, 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 лук. Тип меня прут, 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 прут. Они думали, я глуп, 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 глуп. Залетаю к тебе в клуб, 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 клуб. На мне самый свежий лук, 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 лук.
хорошо. Если на связи через ICQ, я многогравен, словно ICQ. На моих пальцах кольца... Бля, тело. Хуй на моей руке, Картье! Со мной мои люди... Картье показал! Я писаю стиле, будто коктейль, мистер Ахим. Готовь! Будешь кушать? Да, я буду. Бля, я просто так же делал. Огурец. Вкусно! Я знаю. Пошло, Ксю, давай. А точно так нужно делать? На весу, блять, просто вот так он уже держит эти доски. Я на трудах. Свинца не мою печать. Ебать, охуенно. Это сентябрь горит? Сентябрь горит, убийца плачет, но он не смог поступить иначе. Прольется кровь! Ебать, я испугалась. Это было неожиданно. Бля, не, прикольно. Да шлюха ты ебуная. Это что? Блядь, мне страшно, господи. Это Наташа уборку делает там, что ли? Да подожди! Он об этом не узнает, чат. Он об этом не узнает. А что? Я не поняла. Она что-то выкинула? Да он, Вадим, не узнает, что он не стримит же. Чат не читает. Там была маска Вадима. Дирик не читает, ничего не читает. Вообще не узнает, что у него там маска. Потише, да, надо сделать ещё. Блядь, она её достала. Да... А это кто? Просто все маски в говне побывали, а потом на лицо. Офигеть, как пиксели. Тут на стриме вот так вот смотреть надо, такой вот Майнкрафт. Синие шмотки. Ужасно. Алло, можно синие шмотки? Чё, нож, алло, ребят? Можно просто синюю шмотку? Я не хочу вот эти филетовые ножи, зачем, блядь? Просто что-то синее. Вот как всегда падает, можно что-то? Нож! Реально нож выпал! Охуеть, пацаны! 5 кейсов решил открыть! Ебать, спасибо. В сторону. Я... Twitch FM, спасибо большое, спасибо, что вставляете моменты уже не сиськами, не жопами, а просто с каким-то рассказом. Для вас тверк. Для вас тверк. Блять, Михалин, да господи. А теперь можете вставлять тверк. Боже, спасибо, наконец! Васько. Блять, тебя меня контузило, нахуй. Машина есть. Ах! Мы уже пострелим от Модесл перед Твичем Фэмом. Пизда, меня убили, что за шо, блядь? Брата тоже можно было скипнуть. Без негатива.
И умерла. А уже все, ну все, блядь, ну все. Ну все так все, блядь. Все, походу, Наташа не вернется обратно. Я тот человек, который за девочками не бегает. Я как на остановке автобуса. Я бегу за автобусом. Если он уехал, я возвращаюсь и жду следующий. И говорю, дед, блядь, что-то ты без девушки, блядь. А автобусы все ездят и ездят. Может, ты, блядь, не на той остановке? Может, блядь, автобус не доезжает? Или ты, нахуй, блядь, клипаешь глазами вот так, нахуй, и не видишь, блядь, автобус. Ебанешься, блядь. Бля, годно. Я тебе ничего не сделал. Не трогай. Что? Так Вадим! Отдай. 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 Да че бывал? Бля, ваша реакция, если он просто начинает ее ебать в этот момент. Извините, я не могла этого не сказать. Само напрашивал.